Мы уже рассказывали вам о том, как добывают полезные ископаемые и как они важны для жизни. В этом ролике мы хотим поведать вам о предметах, которыми мы пользуемся каждый день, даже не подозревая, что в их состав входят полезные ископаемые, добываемые из недр земли. Наше утро начинается с посещения ванной комнаты, а здесь можно найти множество полезных ископаемых. Самое ценное – то, без чего не было бы жизни на Земле – это вода, которая течет из наших кранов. Душ мы принимаем в ванне из чугуна, который получается путем сплава железа и углерода. Железо, в свою очередь, получают из руды, которую добывают под землей. В состав нашей зубной пасты входит диоксид кремния и мел. В туалетном шкафчике стоят мамины кремы, в составе которых есть глина. Это тоже полезное ископаемое. После ванны отправляемся на кухню, где будем готовить завтрак. И готовить мы его будем на плите, которая работает на природном газе. Если вы смотрели предыдущий ролик, то вы знаете, что залежи газа находятся также глубоко под землей. Чтобы добавить еде вкус, мы ее солим, не подозревая о том, что соль тоже является полезным ископаемым, которое добывается различными способами, например, в соляных шахтах. Даже когда мы болеем, нам помогают полезные ископаемые. При несварении желудка мы принимаем таблетки активированного угля, которые получают из древесного угля и каменного кокса. Температуру тела мы измеряем с помощью градусника, в котором находится ртуть, а ртуть – это тоже полезное ископаемое, получаемое из руды. Не забывайте, пары ртути чрезвычайно ядовиты, поэтому с градусником надо обращаться очень аккуратно. Дома, в которых мы живем, строят из кирпича, а его делают из песка, глины и извести. И все это полезные ископаемые. Окна, в которые мы смотрим, сделаны из кварцевого песка, извести и соды. Ну и, конечно же, игрушки, которых у нас великое множество, и почти все они сделаны из пластмассы. А пластмассу, в свою очередь, получают из угля, нефти и природного газа. Оглянитесь вокруг. Стены вашего дома, современная техника и компьютеры, тарелки и цветочные горшки, краски и канцелярские кнопки, пластиковые пакеты, ювелирные украшения. Все материалы, из которых сделаны эти предметы, в первоначальном виде находились под землей. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк